Звезды тоже люди. И веселье им совсем не чуждо, особенно если можно делать это в компании друзей без следующих за тобой повсюду фото и видеокамер. Такой возможностью воспользовались Вера Брежнева и Надя Дорофеева, придя на закрытую вечеринку в честь дня рождения подруги. Артистки настолько расслабились, что танцевали на столах. А поскольку алкоголь в позитивном настрое звезд никак не участвовал, но если только чуть-чуть, Вера опубликовала видео безумства в личном микроблоге. Пост был по достоинству оценен поклонниками как Брежневой, так и группы «Время и стекло». «Молодцы! Живые, веселые и настоящие!» – комментировали публикацию фанаты. К слову, не так давно день рождения отпраздновала и сама Вера. Друзья поздравили ее с 37-летием и подарили много порадовавших ее вещей. Больше всего она оценила домашний тренажер для пилатеса под названием «Реформер». Брежнева заявила, что для нее это лучший подарок на свете.